Да, действительно, вчера мы встретились с мистером Захарченко. Я напомнил ему об обязательствах Минского меморандума и о том, что большинство ограничений происходит на территориях, которые он контролирует. Мы не комментируем то, что он говорит после наших встреч, но, как обычно, мы никогда не спекулируем. И любые спекулятивные комментарии, которые может давать он или его окружение, не предмет для наших комментариев. Его обязательства известны, как и обязательства всех, кто подписал Минские соглашения, и наш мандат также понятен. Но для выполнения нашего мандата есть препятствия со стороны тех, кто фактически контролирует Донецк. Таким образом, нарушаются Минские соглашения и наши полномочия. Специальная мониторинговая миссия не проводит наблюдения за выборами. В наш мандат входит наблюдение за окружающей обстановкой в сфере безопасности. И результаты наших наблюдений доступны на нашем сайте.